Сейчас вам покажу свои фигурки, какие новые сделал. В первую очередь, ну вот этот танк, здесь у него внизу такие два щупальца, это он разминирует. Вот эта вот штука, которая управляемая, она танк против дрона, против робота, который распиливает танки, подъезжает вплотную. Вот она против него действует. Ну и пушка, конечно же, просто обычная. И еще вот эта штука, зацепить танк поврежденный или сбросить мины. Это взлетная площадка для это ПВО. Это танк с пулеметным еще из этого у него пулеметная штука торчит. Пехота это короче одновременно ПВО и одновременно ну или можно. Это, короче, такая машина оттуда стреляют из автомата. А это вот дрон, который сбивает, летит и сбивает дрон, который противника. То есть он только против дронов. Это дрон, который разведчик, и он на недосягаемой высоте, но его может сбить вот этот дрон. Это дрон, который подлетает и взрывается, вот у него красная ракета. Здесь то же самое все. И вот еще здание, это здание средневековых людей, это шахта добычи, и это здание, которое производит танки, делает технику, вот, роботов. Ну а здесь всякая разная защита. Короче, это новые фигурки для моей игры.